Всем привет! Сегодня у нас на сервисе ноутбук Lenovo G575. Я покажу вам, как его разобрать полностью для чистки и для обслуживания. Снимаем сначала батарею. Откручиваем 1, 2, 3, 4, 5 болтиков. Это задняя крышка, где у нас будет доступ к клавиатуре, памяти. Попробую показать, вот тут видно, забито пылью все. Это надо обязательно за этим следить и вычищать его пылесосом с кисточкой. Так, сняли крышку. Прямо сейчас мы уже получили доступ к чистке самого ноутбука, к оперативной памяти, замене жесткого диска, модулю Wi-Fi. Чтобы почистить его, надо вот тут открутить три болтика, которые удерживают кулер. Вот так он снимается, отключается из разъема. Вот на этом этапе мы уже получаем доступ для чистки ноутбука. Значит, кисточкой из пылесоса мы это все дело вычищаем и собираем назад. Также вот тут есть 1, 2, 3, 4 винтика. Мы откручиваем, получаем доступ к самому вентилятору. Также аккуратно чистим, выдуваем пыль. Если мы снимаем радиатор с материнской платы, обязательно надо тут намазать термопастой. Мы продолжим дальше, нам надо разобрать его полностью. Итак, поехали. Откручиваем. Внизу два болтика, которые удерживают у нас жесткий диск. На себя жесткий диск у нас вытащен. Также откручиваем модуль Wi-Fi. Снимается. Дальше откручиваем DVD-райтер. Вот так. В сторону DVD-райтер у нас выехал. Откручиваем все болтики по периметру, которые мы видим. Внутри, возле каждого болтика, у нас есть подпись М2,5 на 5. Это означает, что толщина болтика это 2,5 мм, длина 5 мм. Вот. Если мы будем собирать его назад, нам обязательно надо закручивать именно такие болтики. Если мы закрутим длиннее, то они продавят у нас пластик на возле тачпада или на тачпаде. Также мы можем повредить материнскую плату. Вот этот вот болтик, он тут у нас позначен, это клавиатура. Также его снимаем. Два маленьких болтика у нас под самим CD-ромом. Так, вот этот болтик также у нас держит клавиатуру, нам надо его открутить. Проверяем, ничего не забыли. Хорошо. Клавиатурка. Клавиатурка, значит так. Нажимаем в этом месте. У нас маленькие защелки должны они отщелкиваться. Сейчас не отщелкиваются.
так есть. Вот, соединяем шлейф. Отсоединяем кнопку включения ноутбука. Тут тачпад. Значит, тут у нас еще есть один болтик. Это гарантия там заклеена. Снимаем его. Смотрим. В принципе, она снимается вот так. Аккуратно вверх. Там, где защелки у нас держат, значит, надо использовать пластиковую карточку. Чтобы пластик не потрескал. Так, вот мы получили доступ к петлям самой материнской платы ноутбука. Отсоединяем шлейф. Это у нас тут должен был быть картридер и наушники с микрофоном. Отсоединяем колоночку. Она у нас тут одна. Это бюджетный вариант ноутбука нам попался. Отсоединяем шлейф DVD-райтера. Индикация. Также отсоединяем этот шлейф. Так, значит, тут у нас в этом месте болтик, который держит материнскую плату, прикрученную к низу. Смотрим, да, вот здесь еще один. Значит, в местах, где материнская плата должна прикручиваться к поддону ноутбука, есть белые треугольники. Вот тут мы можем их увидеть. Пробуем. Вот так снимается. Отсоединяем шлейф матрицы и шлейф питания. Вот таким образом происходит разборка ноутбука Lenovo G575. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всего доброго.